Девочки, всем привет! Сегодня с вами говорим про базовые вещи здоровья почек. Очень интересная тема, и она связана во многих случаях и со стрессом, и с работой. Хотела сказать, и с оксидом азота. Ну ладно. В общем, по-простому. Функции почек. Роль почек сложно переоценивать. Самым важным их задачей является выведение отходов жизнедеятельности и регулирование баланса жидкости, артериального давления, образования мочи. И если у человека есть диабет, метаболический синдром, инсулинорезистентность, высокое давление, ожирение, дисбаланс микрофлоры, то, конечно, почки не скажут спасибо. Я не буду говорить про какие-то умные вещи, про скорость клубочковой фильтрации, креатинин, азот, мочевину крови. Есть люди, у которых реально находят белок в моче, диурез, и это часто связано и со стрессом. Питание и образ жизни. Минимизация противовоспалительных, которые влияют на почки. Контроль баланса поступающих в организм калия и натрия. Достаточное количество антиоксидантов, аминокислот, минералов, полезных жиров, витамина D, В1, В6, В12. И, разумеется, без консультации с врачом при имеющихся заболеваниях никаких самолечений нельзя. А какие мы говорим с вами правильные вещества, друзья почек? Это витамин D. Он способен оказывать защитное воздействие. Это коэнзим, это омега-3, это пребиотики и пробиотики. Есть еще НАК-цистеин, об этом замечательном товарище мы уже подробно с вами говорили. Почему на первом месте не стероиды, любимые и истинно всемирное зелье? Конечно, если кто это принимает, почки не скажут спасибо. Баланс соли и калия тоже влияет на почки. Фруктоза – близкая подружка почечной недостаточности, которая повышает уровень мочевой кислоты. Насыщенные и ненасыщенные жиры. Здесь орешки, семечки, нерафинированное масло. Очень осторожно. Антиоксиданты добавляйте. Магний, за которым надо следить многим. Почки любят еще куркумин, силимарин и альфа-липоевая кислота, тоже здорово. Таурин обожаю, мною просто он использован, он помогает при токсичном воздействии. Про аргинин тоже говорила. Если есть стресс, то почки будут страдать очень сильно. Все тревоги, конфликты, нервное истощение тоже идут через почки. Поэтому постарайтесь себя поддержать. Если вам близки мои видео, напишите, что вы думаете и как вы используете для себя эти вещи.